Геннадий, скажите, пожалуйста, а молитва обязательно должна быть адресной? Или это может быть вот как Всевышний? Или это Христос? А Всевышний это кто? Всевышний, ну это обращение к нему. Не, а кто такой Всевышний? Кто такой Всевышний? Ну он всемогущий, он проникает. Ну он, слово он означает, что это кто-то. Да, он проникает все, он проникает всего, он управляет всем. Ну он... Кто-то или никто вообще? Он кто-то. Кто, а кто? А кто? Ну, Бог. О. Значит, вы к кому-то обращаетесь? Ну, да, кому-то. Все. А в чем ваш вопрос тогда? Ну, в принципе, его нет. А, да, вот это проблема. Значит, вы не верите в Бога. Проблема в том, что вы верите во что-то. Во что-то. Которое вам что-то дает. Сейчас объясню. Все нормально. У вас все хорошо. Потому что есть три стадии отношений с Богом. Это сравнивается с отношением с Солнцем. Послушайте меня внимательно. Очень важно. Вы сидите, допустим, у себя в комнате. И Солнце начало светить. Ну, вы, допустим, никогда не видели Солнце. Вы видите солнечный свет. И он приносит вам счастье. Во что вы верите? Солнечный свет? Вы верите в счастье, в эту энергию счастья? Я желаю счастья. Вы верите в энергию счастья? Вы не знаете, что есть источник света, не знаете еще. Но вы очень убеждены, что свет это счастье. Вы видите, что когда свет приходит, что все расцветает, растения растут, расцветают под влиянием солнца, все распускается, солнце дает всему радость, птицы поют, люди радуются летом и так далее. Чем больше солнца, тем больше радости. То есть видите, солнце дает радость. Но вы не видели солнце еще. Вы просто знаете, что есть свет. Да, я как в потьмах хожу, я знаю, что это вот оно рядом, прям вот где-то. Да, прям, это нормально. Это стадия развития человека. Есть вера, у вас есть вера. Вы честный человек, искренний человек, знаете, что есть счастье, оно идет от Всевышнего. Но вы не знаете, это личность или нет. До конца вы не знаете. Вы можете догадываться, но до конца не знаете. Поэтому обращайтесь к этой энергии счастья. Ну, а это правильно, да? Правильно. Это то, что вы можете почувствовать. Это правильно. Теперь есть люди, которые чувствуют больше. Они видят форму. Они смотрят на солнце и видят форму. Они видят диск солнечный. И они знают, что свет излучает этот диск. И так как они не знают, эта личность излучает свет или нет, поэтому они... по-разному относятся к этому солнцу. Допустим, к солнечному свету мы как относимся? Просто, что он нас радует. Но больше никаких отношений у нас с ним нет, потому что это не личность. Как с ним отношения построить? Но он нас радует и все. Солнечному диску тоже мы благодарны, что свет светит на нас. Мы благодарны. И поэтому мы приходим на пляж, вот, открываем одно место и получаем отношения с солнцем. С помощью одного места. Таким образом. Три стадии. Первая стадия – свет. Вторая – форма. Третья – личность. Есть три типа людей, которые верят в Бога. Одни верят в счастье. Они верят только, что Господь, может быть, Он не личность, но Он счастье. И они верят в счастье. И поэтому они говорят, счастья вам всем. Мы желаем счастья вам. Я желаю вам в новом году счастья, успеха. Удача. Это энергия Бога все. Человек верит в энергию Бога. Он верит, вот это его вера. Он в это верит. Слушайте дальше, я не договорил. Следующая стадия. Человек верит в то, что Бог связан с верой. Слушайте меня внимательно. Такой человек не понимает еще, что Бог личность. Но он понимает, что есть иконы, которым надо поклоняться. Он видит форму божественную. Он чувствует, церковь — это там, где есть Бог. Он идет, видит форму, церковь увидел, раз, поклонился. Это более высокий уровень веры. Человек еще не знает личность. Он только чувствует, что есть форма, есть место, откуда исходит все. Он идет туда, в это место. Но есть также люди, которые знакомы с Богом. Попытайтесь это понять. Знакомы. Они получили личные отношения. Сергий Радонежский, к нему Богородица приходила 12 раз, по-моему.
И вот это называют максимальное проявление веры. Теперь смотрите, некоторые люди знают, что Бог это личность, они это прочитали в священных писаниях. Значит ли это, что они уже достигли такой степени веры, что уже Бога воспринимают как личность? Конечно, нет. Вот то, что вы сказали, я верю, что Бог это счастье. Это правда. Но вам надо знать, что Бог это личность. Попытайтесь это понять. Так же, как солнечный свет идет откуда-то. Все имеет свой источник. А я даже вот все религии, я понимаю, в разных храмах был, но не могу определиться. Вот только вот это, что-то невидимое меня зовет, а не конкретная личность. Вот, да, это нормально. Из-за этого страдаю, это нормально. Мало страдайте просто. Потому что когда будет сильно страдать, тогда придет к вам любовь. Придет и к вам любовь. Придет она всерьез. Надо пострадать посильнее. Просто когда человек сильно хочет с Богом установить отношения, Бог ему показывает ту веру, в которой он должен быть. Потому что все веры, они одинаково важны. Каждый из них представляет разные отношения с Богом.